29 сентября у участника специальной военной операции из станицы Северской случилось несчастье. Сгорел дом. От здания остались только стены и часть крыши. Помочь семье мобилизованного взялась администрация Северского района. Работу организовали ударными темпами, чтобы восстановить жилище в максимально короткие сроки. Собрана стропильная система, крыша накрыта под пленку, заказан металл. Идут восстановительные работы. Внутренняя отделка, электропроводка, сантехника. Полностью отделка, будет полностью восстановлен дом. Помогать семье бойца взялись, что называется, всем миром. Жители уже собрали больше 140 тысяч рублей. Немалую помощь окажут депутаты и предприятия района. И наши депутаты Северского района будут приобретать стиральную машину и газовую плиту. Также предприятия и организации оказали помощь. Кто-то предоставил лес, кто-то отделочные материалы, кто-то вот предоставил электропроводку, сантехнику. У нас на сайте размещены QR-коды, счета, куда можно будет перечислить денежные средства на помощь восстановления утраченного имущества в пожаре. Я благодарен всем нашим жителям Северского района, еще раз благодарю всех за то, что откликнулись и помогают нашему участнику СВО, потому что эти ребята сейчас на передовой, им, как и нам всем, нужна и помощь, и защита.